То есть ребенок только засопливил, сразу ультрафиолет быстро действует. Детки делают по 30 секунд. Если на носик, они делают по минуточке. И меняют наполовину назад. Слушайте, а как часто нужно проходить эту процедуру для достижения максимального эффекта? Один раз. А показана ли эта процедура взрослым? И взрослым делают, и дети, и взрослые, и люди в пожилом возрасте. Спасибо большое. Пожалуйста.